Так, ребята, всем снова привет. Сегодня нашел такой очень-очень вкусный гриб. Шампиньон, только необычный. Этот лесной шампиньон называется краснеющим. А все потому, что когда мы его порежем, сейчас вот покажу. Так. На срезе он будет краснеть. И даже места, которые повреждены червями, они сначала краснеют. Вот прямо видно, он цвет меняет. Постараюсь сделать так, чтобы было видно. Вот он цвет поменял, видно прямо. Ну и потом коричневеют эти места. Вот второй. Это именно красный стал. Очень вкусный гриб, но найти не червивый практически невозможно. Вот время прошло, он стал прямо розового цвета. Хотя на самом деле он, конечно же, просто белый нейлон. Вот, вот видна разница, ребят. Многие боятся его брать из-за того, что он так меняет цвет на ядовито-красный. Но поверьте, он очень вкусный, съедобный гриб. Всем удачи!